Ну, пришли, чувак, все-таки это тема с этим приканала. С огнем. А Сесен и мелкий откуда-то выбежал, сучонок, побежал. Они пробегают, там надо плотнее строить, чтобы они не по одной пробегали, а по двум. Да, нет, так они по одной прибегают, потом на выходе еще из одной прибегают. То есть по-любому должны сгореть. Они по одной прибегают, они уже сгорают. Нахуй, я не знаю, как он проскользнул. Я не знаю, как он проскочил. Может, он как-то с этих самых сварок прибежал. Когда-то ты говорил, так, что я лучше всех. Имеется, братья, да, это так. Ебать. Но в конце концов он тебя превзошел. Да, это правда. Возможно, я... Ну там вторая хуйта. Все это в прошлом. Не совершай ошибок сейчас. Ебать! Ебать, блин! Я лучше тебя! Ебать, птихворот, блин! Учини! Уху! Да! Раз, два! Боевой маг номер один! Что, а съела? Тут нету варварских учений. Так. Раздачу уберем. Что мы имеем? Вверху тут, в принципе, легко удержать. Это хуйня. Лучника взять. Ходи типа лава, здесь лава можешь сказать. Турель, стреляющая электрическими зарядами, ловко сбивать летающих врагов. После летающих врагов. Блять, ебать. Хуй пойми, как тут три прохода удержать. Ну один вот тут ловушечками заставить. Все ловушечками заставить, только три прохода, это пиздец. Тут два удержать, три. Ну здесь я даже знаю, здесь можно, вот, к примеру, поставить прыгающих ловушек, нахуя. Типа, чтоб лаву скидывало. Вот здесь вот, блять, я не знаю, здесь, наверное, какие-нибудь стандартные ловушки нужны. Где ты хочешь прыгать еще поставить? Ну там, в лаву, вот, смотри сюда, иди. Вот здесь вот. Вот здесь вот, прям на выходе, вот, прям, чтобы он нас в лаву скидывал. Типа, в разные. Прыгающих, да? Посохи на глазу. Ты возьмешь прыгающих, да? Да. Так, а наверху сейчас я не знаю. Так, я не знаю, лучник нужен будет, нет? Я еще не решил. Тут длинный проход такой, я хуй знаю. Тут мало поставишь, тут напольные нужны. Лучник, да. Понятно, блядь, что-то поставить. Ну, в принципе, блядь, не знаю. Даже может и можно поставить тут. Блядь, непонятно, нихера. Ну тут тоже может, в принципе, прыгающих поставить здесь. Я, правда, не знаю, как они будут работать. Будут ли они скидывать. Может, не будут, не будут скидывать. Ну, наверное, что-то такое общее. 4-5. Так, огонь есть. А, я даже знаю, как это сделать. На поле. У тебя есть это, типа, дробилка с баррикадой, нет? В смысле, дробилка. У меня есть... Жернов. Да, и баррикада. Баррикада. Тогда почтется от чего-то отказаться. Откажись. Так, я даже не знаю, чем мне взять. Тогда от потолковой откажемся. Потолковый я могу взять, что-то потолковая хуйня. Кстати, я ничего не купил, в принципе, может даже быть. А у меня есть баррикада, я возьму баррикаду, чувак, бери баррикаду. Бери баррикаду, не бери баррикаду. Баррикада, баррикада. Так, по крайней мере, баррикады. Так, я возьму. Знаешь, я думаю, надо так вот, типа, баррикады поставить вот здесь вот везде, а ты жернов на стены или что-нибудь такое, типа, жернова. Ну, жернова есть, да. Что, что для этого брал-то хоть? А, моя любимая. Где она была? А ты прыгающий взял, да? Ну, вот так вот. Давай я прыгаю, чем я возьму. А мне туда что, я больше не знаю, что брать. А, да похуй, ладно. А это что, сюда я на потолочек повешу эту хуету, и все, вот, пожалуйста, будет держать. И. Блять, а тут они с двух сторон могут пойти, да? Ну, могут. А, типа они отсюда идут вниз идут, да? Кстати, ну подожди, вот отсюда они вниз идут, вот так вот, вот так вот. Вот так вот. Здесь и идут сюда, а, и сразу к порталу, вот суки. Оборону замутить. Ну, здесь рыцарь поставить, блять. А если тут чисто ловушек подохуярить?
Ну они пройдут их тут слишком, надо узкие места ставить, чтобы типа эффективность выше. Так, ну тогда смотри, бери вот эти, наверное, две. Хотел. Сейчас я тебя на потолок повешу одну вот эту вот. Орги! Кто хочет поживиться? Вот, вот так вот. Сделаем тебе. А у тебя жернов есть, да? Да. Могу жернов еще. А что мне вместо лучника взять? Лучник? Ну, жернов, видишь, они как мало не пашут. У нас сейчас двоих ставить. Мне стоит дороговато, пока на начале. Лучше подкопить. Колечко, которое размещает отметку телепорта. Это откуда идет? Так, оттуда. Мы их подожжем. Это будет здорово. Жалеет, ничего, пиздец. Может, заморозку взять? Да-да, заморозку возьму только. Так. Так, вот если пацаны пройдут, получится. Встаньте прямо сюда, мистер Орк! Так, так я тупо и крыл дверь. Пока первую. Потом какая у нас еще есть? Мне понадобится твоя сила, брат. Так, внизу. Я тебя не знаю, что ты чуть-чуть. Ничего, прикрыл. Да. О, вот эти ловушки не ставь, чувак. Ничего. Да они, блядь, только слабых пиздец живут. Давай вот здесь вот оборону устраиваем. Вот здесь вот смотрим точку. Видишь, тут сразу потолок есть, еще на потолок поставим. Давай я тебе сразу поставлю. Они ничего не заметят. А ты поставь тут, я не знаю, что-нибудь. Жернов. Ну, во, вот тут как раз можно их все-таки поставить. Ну, поставь, наверное. Пускай не тут как раз. По-любой пойдут, либо туда, либо туда. Тут вот, да, жернов мы ебаним. Один. Блин, не хватает. Не, жернов пока не выставить. Ну, ну, заебись, поставим. Так, ладно. Что мы будем делать? Дороговатый. Всем пострелять! Так, попробуйте. Ладно, я не буду пока такие ставить, наверное. Тут в них нет смысла. Потому что нет жерновов. Тут с жерновами они будут заебись. Я поставлю свои огненные. Так, ну, я как бы готов. Нет, подожди. С этой стороны, в принципе, похуярить. Так. Сейчас я тебя там гляну. Нормально, в принципе. Сейчас они пойдут, я их хуяк. Я даже не буду убирать. Так. Выглядит, ну, все, в принципе, неплохо. Если кто-то выживет, то на огне он ебанется. Я готов. Возможно. Так, через какой? Через. Через верхний, если тут. Они прорываются. Папа одобряет. Папа одобряет. О, мелкий, а ты говоришь. Ну нормально. Потом денег подкупим, сделаем жернова нормально. Баррикады. Чтобы они обходили по узкой территории. Малого. Бля, заебись, они замораживают еще. Скачнул. Угу. Ебать, порвало. Добро пожаловать в Кровенбург! В нем живут вот эти ребята! Опа. Сначала легко, да, денег оформить. Даже, наверное, надо было взять. Ломай! Так, садки давай пойдем, да. Опять отсюда, что ли? О, чувак, с другой стороны идут!
Они с двух сторон. Они в восточном зале! Баррикада уничтожена! Сверху тоже идут, кстати, чё. Заряжай! Целься! Огонь! Иди наверх, они прорываются, чё. Пошёл, пошёл, пошёл. Ух ты! Наверное, мам, это какой-то рекорд! А! Да пошёл! Давай, пацаны, пацаны, за мной! За мной, пацаны! Орков следует нарезать ловниками! Они уже почти здесь! Надо первую волну выдержать, надо забрать всю зону. Это будет больно. Я понял суть. Я понял суть этого дела. Ха, чувак, они подходят. Держать. Да я не сдержу уже. Я пошел наверх. Это тупо через нижний пойдет, смотри, написано. Ага. Я предпочитаю орков средней прожаренности с нежной розовой мякотью. Они прорываются. Блять, они со всех сторон пошли, чувак. Так, я наверх пойду тогда. Это мое! Они уничтожили баррикад! А, они баррикаду взорвали, вот почему они так прошли, заебись. Твои. А баррикад походу не будет. Я, честно говоря, уже переиграл бы. Я получше на сторону. А вот там, вот, кстати, заебись моя. Вот этот вот. Ну, надо нужно вместе кто там еще вверху? Цирюльник. Цирюльник маг. Победа! Всех поставлю вот сюда, прямо на выходе. Скорее сразу выходят и горят. Как разобрать Е или как? Да. Так, вот на нам хоть будет гореть, сучки, в аду. Ну давай трамплины поставим, ладно, разбирай свои дешевые ловушки, поставим мощнее. Сейчас, тут забаррикадируем. Там у меня рвало. Разбери вот эту всю хуйню, короче, чувак. Поставь здесь вот эти прыгающие вначале в самом, чтобы ловушки были. А вот здесь это эти жерновов поставь, хотя бы два. Тебе не хватит. Так и не хватит, да суты дела. Прыгай еще себе поставлю. Как аккуратно поставить. Подожди. Раз, два. Ну три можно все поставить. К стенке ставь. Да, вот так. Вот не так? Дал. Да. Еще вот так в порядок ставь. Там. Да. Пружинные ловушки. Это осуществляют стороны, мечты орков о полете с 1139 года. А как это развернуть? На R. А не стоит, цель ничего. Че не стоит? У меня ставится зеленым написано. А мне красный. Ну. Но у меня другая продолжка. Ну попробуй по-другому поставить, в другую сторону, нет? Давай тогда, знаешь как. Так что. А тут надо что-нибудь ставить тогда. Так, все, мне в принципе не хватает больше. Это будет здорово! Так, это тогда. Нет, у нас не заебись стоит. А, вот тут тогда нахрен. Пекс. Вот здесь бы жернова поставить, блядь. Тебе на жернова не хватает? Не, они по косарю стоят. Ну почему он был брать жернова, у меня хватает. А мне их нету, не было, наверное. Так, вот тут вообще огонь. Надо будет крыть. А там. Да и там тоже надо будет крыть. Ловушки, это так весело! Ну, в принципе, нахрен. Одну вот эту беру.
Ну, как-то так, не знаю. Будем держаться. Запускаем. Специально для вас. Давай, блядь, проиграем, переиграем. Я готов. Что-то этого не очень получается, не как я планировал, но жернова не хватает, блядь. Очень похитрее. Сверху или? Да. Переубить к стене. Что-то с ним произошло. Не поебать их тут. Денег мало. Один, два, пять. Черт, снова сбился. А в предыдущей части зернова рубили. Саперы. Вау, он убежит еще. А чё не покоцу мог? Это верно! Нахуй, брикад взял толку, блядь, меня. Дайте продать, блядь. Так. Им это понравится. Им это понравится. По-любому вы сюда нагрётесь. Так, снизу пошли, брикада, да? Брикада уничтожена! Да. Сверху тоже. О. Бать пацан. Они уже почти. Против него заебись, Лёд. Куча мертвых орков! Ты чё, малыш? С открытого щит просто. Мелкие бегут. Блять, стой! Руль идет поверху. Гори, падла! Осторожно, возможен летальный исход. Вот эти внизу поставь, чувак. Разбери вот эти внизу поставь. Какие? Ну, ну да, забей хоть. Я понял, что я разобрался. Внизу. Ну все, со всех сторон. Баррикада уничтожена! Я вверх пока немножко держу. Вот этот должен был умереть несколько раз! Ай-яй, блядь, упал. Блядь. Сука, блядь. Получил! Прямо туда! Точно этой... Сдробашать! Ебаль. Так, а тут, блядь, чтоб не лазили. Типа валерьянки, но для орков. Так. Так, я пошел наверх. 6-12, ебать, тут волн. Ой, блядь, чувак, там какие-то колдуны пришли, блядь, шаманы, блядь. Не вижу. Надо передохнуть. Тогр махнул, блядь. Хотел войны, сука, блядь. Так, 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 чтобы не обходили. Кому еще ловушек? Мне, мне! Кому еще ловушек? Мне, мне! Так, ну сверху я прикрою еще. Блин, денег вообще не хватает, где потомить? Так, это поедать. Да не, пускай остается. Разбери вот здесь, чувак. Да. Я поставлю баррикады, чтобы они обходили по узкому месту. Здесь центральный.
Осторожно, возможен летальный исход. Эти минеры пойдут. Разминируют ее. Толку от этих баррикад, пиздец, конечно. Так, можно... раз я взял, я пытаюсь их применить. У меня не очень получается. Когда хуйня брать никогда. Если я готов. Не, больше маловато, конечно. Больше стоять нечего. Просто тут низ хуёво. Тут я поставил 5 штук. Да. 5 штук, в принципе, нормально. Да. А на каждое по 800. Я еще наверху поставил самую. Татаки же все куда. Приступим! Так, с откуда сверху идут? Да, сначала сверху, потом вниз, потом сверху. Мелкота, мелкота бежит! Если ох, сука, прервался. Сразу, это веселее! О, шаманы, орки пришли. Они как распушают. А, идите, идите в огонь, все в огонь. В огонь. Итак, это таки случилось. Это таки случилось, да? Кому еще ловушу? Мне, мне! Ебать, собачатина. Так, а там мелкота, я так понимаю, идут. Да прорывается чувак. А, я чуть не полил, блядь. Я живу ради того, чтобы убивать орков. Давай, назад, назад, разворачивайтесь, блядь. Да, сюда, ух ты, блядь, едем. Они уже почти здесь! Где? О, огненный идет, чувак! А-а-а! Тролль, это тот самый какой тролль. Хотя тролля я ёбну. Я такой умный! Я обаятельный! Еще один. И динамит взорвался. Пизда глазом. Так, вот это не опасно. Блять, не успел поедать. Так, вон тут открой. Они уничтожили баррикад! Ты, блядь, помоги, дяди. Попадает. А им проходит, блядь! На, сука, на! Так, я, чувак, тут пытаюсь их сдержать. Один ответ. Иду. Куда услышать на помощь? Всё, блин. Блин, я тут возгорело каких-то крутых чуваков. Здорово! Ставь ещё свою огонь. А, не сломали мой брикад. Суки! Да давай тут огненный лучше поставлю, пускай горит. А то они приходят. Вот здесь ещё поставь. Прямо сюда, вот отметочка. Хватает. Нет, тебе бы еще вот здесь на стенах поставить бы еще, блядь. Левое место, блядь. Да, да, знаешь, когда вот здесь баррикаду, вот здесь огненный, а здесь еще жернова, короче. Жернова. Тебе на жернова хватает, ну? Я два там у тебя поставил, внизу. Где? Вот тут вот. Кстати, надо вот эту бы отдать. Вот сюда поставить один.
Вот так вот в цене. Я думаю, норм. Наверное, вот так вот. Так, а он там внизу. Может тут еще ебануть? Жернов один. Блин, где? Хватает. Не, внизу не надо. Подожди. Еще, подожди. Вот что здесь надо, поставь еще один чувак. Где? Вот так. О! Адское место! Ебать, они хуеют! Еще вот так. Это пизда! Пацаны, не выживут. Так, наверху, наверху что-то у нас. Наверху, блядь. Ну это меня прикрывает. Тут, блядь. А сколько вон, 10-12? О, блядь, сейчас будет волна, я чувствую. Не, тут где-то вот там. Можно поджарить 6 орков разом! Потому что они поджигаются, пока горят, они потихоньку дамажат их. Потом они идут. Потом опять начинают гореть, и тут кто-то дошел, уже умирает. Тут надо еще тут все равно прикрытие, они прерываются иногда. Ну ладно, я-то тогда еще что сделаю. Так, ну я потерял. Вон они! Сразу со всех ебать. Баррикада уничтожена! Блять, заебали. Серия убийц! Я тут оставлю эти баррикады. Че-то пацаны нормально? Не, это мне понравилось. Прикольно. Крутого замораживающего. Против обычных могут нахуй. Ебать их провало, блядь. Забавно. Так. А тут кто, блядь, выжил? Иголками есть! Надо еще два жирного поставить. Ой, тут внизу. Ух ты! Сколько трупов! Сколько трупов! Че, мелкота, сгори к хуям! Там нормально внизу? Так тяжеловато. Вообще нет, нормально. Тут жара идет. Жара, июль. А ночи такие охуенные. Ну, давай. Давай! Сдохни! Сдохни! Пич! Тихо, кто еще? Пич. Это как группа. Старые добрые костры из книг. Но вместо книжек портик. Вот так, блять, последняя группа. Пацаны, ух, ебать! Я разберусь. Так, ладно, я пошел на мелкий, там не башни. Ух ты, блядь, тут один побежал какой-то. Пацан быстрее, гном. Убей его. Ой, чувак, их тут двое. Эх, да не пошли с этого. Они уничтожили баррикад. Добро пожаловать, блядь. Уже почти здесь. Да, блядь. Вот эти ребята. Они прорываются. Блядь, кого-нибудь. А меня глушили! Что, где? Где? А, с отсюда выйдут. А как насчет такого? Тролли! Все. Хорош. Прокончается, только денег не успели. Да, только поставили, чтобы они ебашло. Что далее? Стена ловушка. О, интересно. Доступен бесконечный режим, игра бесконечный режим. А, не хотя, подожди.